Казахский национальный университет имени Аль-Фараби – один из лучших университетов в Казахстане. Он занимает лидирующие позиции не только в национальных, но и международных рейтингах. В этом году КазНУ занял 175-е место в мировом рейтинге QS, что доказывает его конкурентоспособность среди топ-200 университетов мира. Ведущий вуз страны является лидером по трудоустройству выпускников в международном рейтинге агентства QS. Входит в топ вузов, занимающихся 201-250 позиции. По показателю доля трудоустроившихся выпускников университет занимает 55 место в мире. КазНУ был открыт в 1934 году и за этот период подготовил более 145 тысяч специалистов, которые вносят большой вклад в государственное управление, развитие науки, образование, культуры, формирование современного бизнеса и инновационной экономики. Выпускники КазНУ занимают ключевые позиции в правительстве, государственных органах, национальных компаниях, банках, вузах, научно-исследовательских институтах и предприятиях, бизнес-структурах. Среди самых известных – помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматуллин, председатель Конституционного совета Республики Казахстан Кайрат Мами, председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов, министр иностранных дел Мухтар Тилеуберда, аким города Алматы Бахаджан Сагинтаев и многие другие. В ВУЗе можно получить самые разные и востребованные специальности. В настоящее время в КазНУ преподают по 225 группам образовательных программ – бакалавриата, магистратуры и докторантуры. На факультетах и кафедрах университета работают самые лучшие преподаватели и известные профессора. Среди них нейробиолог, профессор Шеффилдского университета Базбек Давлетов, профессор Уэнского университета США, ученый-математик Уалбай Умербаев и многие другие. Очередной этап развития вуза – трансформация в исследовательский университет мирового уровня. В настоящее время в КазНУ успешно функционирует 16 факультетов, 68 кафедр, 97 производственных филиалов, 8 научно-исследовательских институтов, 29 научных центров и технопарк. Университет оснащен лабораториями, современной техникой и новейшими технологиями. Сотрудничает с более чем 500 крупнейших международными вузами мира и является членом многих крупнейших международных организаций. Также по программе академической мобильности проводятся летние и зимние школы. По 120 программ двухдипломного образования студенты могут проходить обучение и стажировку в лучших университетах мира наравне с КазНУ. Обучается молодежь из 50 стран земного шара. На обширной, благоустроенной и облагороженной площади расположены современные корпуса факультетов, спортивный комплекс, дворец студентов имени Умербека Жолдасбекова, центр обслуживания Керемет, дома студентов, музеи, технопарк, плавательный бассейн, медицинский центр, интернет-центр, 15 общежитий на 6 тысяч мест и дом молодых ученых. На сегодняшний день для комфортного проживания и учебы студентов в общежитиях и учебных корпусах проводятся ремонтные работы. В учебных аудиториях заменяется мебель и устанавливаются новые информационные стенды. В университете действует 250 студенческих клубов патриотического, профессионального и научного направлений. На территории кампуса расположены продуктовые магазины, столовая, несколько кафе, терминалы для пополнения телефонных счетов, копировальные центры. Перед общежитиями оборудованы спортивные и развлекательные футбольные поля. Таким образом, кампус КазНУ предоставляет из себя город в городе, где предусмотрены все услуги и максимальная безопасность студентов. В ВУЗе уделяется большое внимание физическому воспитанию студенческой молодежи. Благодаря активному развитию физической культуры и спорта, университет является лидером казахстанского студенческого спорта. Также из стен КазНУ вышли чемпионы Олимпийских игр Ермахан Ибраимов, Елдос Сметов, Дмитрий Баландин, Эльмира Сыздыкова, Игорь Сон, Нурислам Санаев и многие другие. В КазНУ функционирует Центр ситуационного управления, который благодаря установленным на территории кампуса и в корпусах видеокамерам следит за безопасностью и успеваемостью студентов. Все общежития оснащены камерами видеонаблюдения. Они размещены на каждом этаже и контролируются службами безопасности. Проживающие в общежитии проходят через электронные ID-карты. В этом году по инициативе руководителя вуза Жансиита Тимебаева
кампусе открылись президентский парк и сад ученых, где были высажены саженцы яблони Сиверса, вишни, абрикоса, более 1000 крымских и алтайских сосен. Зеленые насаждения и деревья будут способствовать очищению воздуха на территории кампуса, экологии города и укреплению здоровья молодежи. Таким образом, университет, благодаря своему большому потенциалу и современной научно-инновационной инфраструктуре, может конкурировать со многими ведущими университетами мира. Добро пожаловать в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби!